Robofire TKF-242. Слепит неплохо. В отличие от других фирм, хотя бы все 90 секунд он моргает. Обычно красный стробоскоп — это проблема, тем, что они не срабатывают, как у Триблица, например. А так пуканы у моих конкурентов взрываются, хотя у меня нет конкурентов. Тоже можно как создание спецэффекта сделать для создания. Можно похулиганить на день рождения где-нибудь в парке. Самое главное — соблюдать технику и требования безопасности. Трубу к жопе не прислонять. Волосы не спалит. Давайте, я пошел, короче.